История Лангепаса началась еще в конце 50-х, начале 60-х годов сейсмических работ на Локосовском месторождении. По решению ЦК КПСС и Совета министров СССР в 1980 году стартовало строительство рабочего поселка Лангепас. Заказчиком выступила НГДУ «Урьевнефть». Именно с этого времени и началось параллельное становление и развитие нашего города и градообразующего предприятия. В 1985 году, 15 августа, стало известно о присвоении Лангепасу статуса города. Сегодня ему исполняется 32 года. Более чем за три десятилетия он превратился в цветущий уголок с развитой инфраструктурой, где все социальные объекты в шаговой доступности, где каждый житель, независимо от возраста, может найти себе занятие по душе. Я хочу поздравить наших горожан с этим праздником. Пусть наш город цветет, строится, расцветает. И всем здоровья, конечно, это самое главное сейчас. Здоровье, здоровье, здоровье. Всего самого хорошего. Главное, чтобы было здоровье. И всегда не останавливаться, идти вперед и не смотреть назад. Поздравляю всех горожан с праздником, процветания городу, больше радости и понимания. Поздравляю всех лангепасов с днем рождения нашего красивого, любимого города. И желаю всем терпения, всего самого наилучшего. Несколько десятилетий прошло с тех пор, как на лангепасских промыслах была добыта первая тонна нефти. Многое изменилось с тех пор в наших краях. Но главная задача нефтяников была и остается разработка новых месторождений – добыча углеводородного сырья. Благодаря социальному партнерству между компанией «Лукойл» и правительством Югры в Лангепасе строятся новые объекты, появляются современные архитектурные сооружения. Горжусь тем, что работаю в данной компании, горжусь тем, что я живу в этом городе прекрасно. Городу Лангепасу хочется что пожелать? Процветания. У нас очень красивый город. Очень много сделано для города, компании. Лангепас – город многонациональный, представители всех народов и народностей, а в муниципалитете их порядка 50, живут в мире и согласии. У каждого есть возможность развиваться, хранить традиции и обычаи своих предков. В одной из юбилейных книг о беличьих угодьях написано: «Город воплощенной мечты», так называют Лангепас. И это действительно так. Все, о чем когда-то мечтали первопроходцы, сегодня стало явью.